пройти в технопарк, рассказали свою идею, рассказали эту миссию, которую мы идем. И прошли совет, нас приняли и начали работать, используя, как бы говорится, как я еще раз говорю, площадку. А это технопарк, это очень хорошая площадка для бизнеса, для диалога с властью, для диалога с коммерческими организациями, различные выставки, форумы. То есть то, чего было бы тяжело, будем говорить, сделать, если бы мы не были в этом технопарке. Тот же самый департамент, комитет по инновациям в Тюменской области. Также благодаря вот таким диалогу с властью мы прошли по программе, участвуя, и прошли вот по последней линии Минэкономразвития по части возмещения затрат производства на линии. На примере нашего материала, который мы производим, тут экономия тех же самых бюджетных средств на тех объектах, которые может выступить муниципальный заказчик, достигает за 30-40%. Это как на самих работах, так и на материале. То есть, ну и второе, это что очень важно, это экологичность, это защита окружающей среды, то, к чему мы стремимся. То есть экология получается так уже не просто пустое слово для нас, а, как говорил Дмитрий Медведев, экология на сегодняшний день это зеленый цикл экономики. То есть давайте смотреть, уже обращаться к внимание. То есть давайте создавать предприятия не для того, чтобы загрязнять, да, и получать продукт, а давайте создавать предприятия для того, чтобы решать экологические вопросы в нашем регионе. И будем говорить, что мы создали предприятие, что позволит снизить экологическую нагрузку, я считаю, во много раз в нашем регионе, и решить много вопросов.